В ходе проведения оперативных мероприятий получена информация об использовании в помещении по указанному адресу для хранения электронных средств, с использованием которых осуществляется распространение экстремистской идеологии в информационных сетях. Книжки все, да, значит, все покупал, все открыто, да, через интернет, да, никуда, это все мои книжки. Нет. Что понятые здесь? Почти все читал. Сейчас. Восемь семь два. Согласно части 1 статьи 20.3, публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики запрещено. Смотрите, этот факт задокументирован. В отношении вас сейчас будет составлен административный протокол.